Про вшанування ветеранів говорили сьогодні і у Верховній Раді. Нардепи від опозиції кажуть, що у неділю на українців чекає чимало святкових заходів по всіх регіонах. У столиці, приміром, із дня нагоди, з нагоди Дня Перемоги відбудеться автопробіг. Ми нікому не дадим вот этот праздник даже хоть чуть-чуть принизить. Когда ты не веришь в то, что эту страну защищали люди, погибшие за нее от фашизма, и это не герои, ну все, все понятно. Я думаю, что, к сожалению, они не понимают одного, что в Украине на 90% живут потомки победителей, а не те, кто прятался по схронам и стрелял в спину. Это разные люди, действительно. И разная культура. Надо с себя начинать. Я 9 мая с самого утра буду праздновать этот день. Праздник, он и есть праздник. Вот в душе должен быть. А когда ты сам уже, то и остальные будут. Я думаю, что, ну, очень много людей. Слава богу, уже нету этих, как их там, локаутов, локдаунов. Поэтому мы с вами увидим празднующую Украину.